Все-таки классное дело самолеты. Еще с утра я бродил по Пномпеню и, в частности, наблюдал, как же можно на маленьком мотоцикле перевезти целую свинью. А вот, пожалуйста, пномпенцы это делают запросто. Свинья на байк и вперед. А мы иногда и автомобиль не можем загрузить свинью. И вот уже вечер, и я в аэропорту Пномпеня. Это же классно. Всего час, и я буду, где вы думали, в самом Хошимине, господа. А пока что я подошел к самому главному. Это интернациональный аэропорт Пномпеня. И я сейчас нахожусь в зоне duty free. И что вы себе думаете? Здесь самые крутые бренды, несмотря на то, что Камбоджа, Пномпень, казалось бы, несовместимый. А здесь весь крутяк, все самые сливки, смотрите, Сваровски. Здесь, ну, нету таких каких-то маленьких и неименитых брендов. Здесь все полный кайф. Вот даже монахи здесь куда-то летают. Крутяк. В целом аэропорт довольно большой. И много мест для того, чтобы отдохнуть. Все чисто, красиво, чин-чинарем, как говорится. Самолеты тоже, кстати, здесь принимают даже большие самолеты. Ну, а вот это мой рейс. В этот раз я летел на маленьком-маленьком самолетике, АТР-72 называется. Он принимает набор 73 пассажира. И летел я с компанией Angkor Airlines. Звучит? Вот сейчас мы, кстати, едем к нашему крылатому другу. Если честно, был мандраж, причем очень и очень большой мандраж, потому что вы сейчас увидите этот самолет. Это не Аэробус, не Боинг известный, это АТР-72. Маленький такой, на 73 пассажира самолетик, с турбовентиляторными двигателями. Представляете себе? Это шок был для меня. Но нужно было лететь. Хотел увидеть Вьетнам. Вот, кстати, наша птичка. Загрузка через задние двери. Они же исполняют роль трапа. Сейчас вы все увидите. Это очень крутой самолет. Ну, это как бы сравнивать, ну, не знаю, Мерседес и Жигули. Ну вот это Жигули будут. Я как раз сидел у двигателя. Шумно, очень шумно. Полочки очень и очень маленькие. Вот мой рюкзак небольшой, а туда не поместился. Ну вот мы запустили двигатели и сейчас идем на разгон. Благо самолет очень скоро поднимается в воздух. Его потолок, кажется, 7 километров. И взмывает ввысь и садится очень медленно. Читал на отзывах, что если сильный ветер или тучи, то его очень-очень сильно болтает. Фу-фу-фу. Мне повезло, облачно не было. И самолет не болтался. Но вот при посадке он вел себя как-то странно. Как бы не в воздухе парил, а на каком-то желе. Его что-то кидалась со стороны в сторону, и было в этот момент стремновато, но хорошо, что все хорошо оканчивается. Больше я на такие самолеты садиться не хочу. Удалось мне, кстати, и встретить закат на этом самолете, и полюбоваться видами Пномпеня, потом Хошимина. Все тьфу-тьфу-тьфу, прошло нормально.
Вот, это я собственной персоной, кстати. Сейчас покажу вам крутой самолет и его салон. Пожалуйста. Все в основном спят. А салон такой, как в пазике. Один от другого жмем. Вот, кстати, закат. Закат был красивый, это да. Ну, а вот уже перед нами Хошимин. Летели час с хвостиком, скажем так. Видите, немножко его болтает, как бы со стороны в сторону, непонятные движухи этого самолета, но благополучно сели, и за это спасибо пилотам. Вот мы уже вышли напрямую и садимся. Еще немножко, еще чуть-чуть. У меня аж ладоньки вспотели. Летаю много, но на таком аппарате впервые и больше не хочется, если честно. Стремноватый аппарат. Прямо чувствую, что он очень-очень легкий. Кстати, вот сейчас пжиньк, и мы сели. Вот. И катимся по взлетно-посадочной полосе. И снова же неудобство. Мы закатились в самую опу, потому что наш самолет не принимают обыкновенные лифты, и мы снова пересаживаемся в автобус, который довозит нас до входа в сам аэропорт. Вот такие вот неудобства. Очень маленький, очень неудобный. Это, кстати, привезли бригаду по уборке этого АТР-72, как зэков. Ну вот, мы уже едем по взлетно-посадочной полосе Хошимина. Здесь огромные самолеты такие все. И мы такие, как шкеты на Запорожце приехали. Везде Мерсы, Майбахи. И мы такие заруливаем. Ну, что поделать. Ангкор Airlines. Все по-бедному. Но ништяк. Мы на месте, это самое главное. Кстати, нужно получать визу, и она стоит 25 баксов, но это не самое страшное. Вы готовите с собой анкету, ставите фотку одну и ждете часа два. Ну, плюс-минус. Бюрократия, звездец. Ждете, ждете, ждете. Одна бригада сменяется второй, ходят один за другим. Ну, где-то на 2 часа для получения визы рассчитывайте. А вот это все очереди на пропуск в сам Хошимин. Это паспортный контроль. И здесь у вас потребует паспорт, потребуют билет на самолет, которым вы прилетели, и еще билет на самолет, когда вы улетаете. Только тогда, возможно, вас пустят. Мне повезло, за 20 местных донгов тысяч я до своего хомстей или гостевого дома доехал на автобусе. Вот здесь реально я замерз. Это одно место, где реально очень холодно. Ну, это мой хомстей. Сейчас вам его покажу. Кстати, очень крутой замок. Даже хозяин иногда не мог его вскрыть. Так что вникайте, такой замок нужно обязательно купить себе домой, чтобы потом ломать голову, как же его открыть. А меж тем я поднимаюсь на второй этаж в свой номер. Сейчас вы все увидите. Здесь я жил сам, никаких хозяев. Когда хочу, прихожу, когда хочу, ухожу, делаю, что хочу. Итак, мой номер. Вот, пожалуйста. Есть телевизор, есть кондиционер, полочек несколько, это импровизация шкафа. Есть балкон даже, с которого я видывал виды местных. И огромный матрас на поддонах. Да, вы не ослышались. Матрас на поддонах. Но это моя ванная комната. Света, кстати, не было. А вот смотрите, я не прикалываюсь. Это все поддоны скрученные.